В Югре запустят информационную систему для обработки заявок на сбор и отправку гуманитарной помощи в новые регионы России. Платформа поможет в поиске организации и людей, готовых оказать поддержку. В ней будет содержаться информация обо всех складах, где собирают посылки для военнослужащих и мирного населения. В каком объеме находится та или иная номенклатура. Систему запустят в открытый доступ в ближайшее время. Ее уже протестировали и сейчас подготавливают видеоинструкции. Кстати, воспользоваться возможностями платформы и помочь жителям Донбасса смогут не только югорчане, но и жители всей страны. И аккумулирует все поступающие заявки в адрес губернатора, правительства, глав муниципальных образований. После проверки данных заявок на соответствие они уходят в открытую доступ для поиска благотворителей и жертвователей. То есть ими могут стать любой гражданин, там, проживающий на территории автономного округа, да и в целом в Российской Федерации, если узнает про нашу систему. Бизнес, малый, средний, без разницы, крупный, либо какое-то вообще объединение граждан.